Россия создала оригинальный турбореактивный двигатель. В России завершена разработка малоразмерного турбореактивного двигателя «Рейнолдс» для беспилотной авиации сверхлегкого класса, сообщили Милпресс военные в конструкторском бюро «Рейнолдс». Сделав ставку на оригинальную конструкторскую идею, мы близки к тому, чтобы установить новый стандарт одновальных малоразмерных двигателей до 100 кг тяги, заявил генеральный конструктор конструкторского бюро Никита Королев. Двигатель «Рейнолдс» предназначен для беспилотных систем взлетным весом от 200 до 500 кг. Удельный расход топлива составляет менее 1-2 кг на килограмм силу в час, расчетный межремонтный ресурс 300 часов. Стендовые испытания двигателя должны начаться в мае 2018 года на площадке технопарка «Калибр». Государственные испытания планируют завершить к концу 2019 года. Оборудованный новым двигателем дрон может подняться в небо уже в 2018-м. Беспилотные летательные аппараты, оборудованные перспективным турбореактивным двигателем, смогут выполнять разведку, нести на борту комплекса радиоэлектронной борьбы или служить воздушной мишенью. Мы планируем расширить линейку за счет увеличения тяги двигателя, но это отдельная конструкторская разработка. Сегодня сегмент выше 100 кг занимают чешские производители, но в перспективе мы сможем составить им конкуренцию, добавил генеральный директор конструкторского бюро Никита Гусев. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.